Всем привет! Готовимся к очередному путешествию. Наша дорога сейчас будет через Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию. Едем в Таллин. Ну и будем смотреть все достопримечательности. В принципе, мы уже все готовы. Нас сейчас едет 2 человека. Вот, поэтому обратно возвращаемся через Варшаву. Общий путь где-то 3200. Вот мотоцикл уже готов, сейчас мы его помоем, и будет красавчик ехать и наслаждаться дорогой. Сегодня утро понедельника, мы уже встречаемся на месте сбора, все на утренний кофе, сейчас жду Вадима и будем потихонечку ехать. Вот и приехал Вадик, сейчас зальемся и вперед. Долго провожала щука. Ну все? Да, все, собираемся, готовы к дубою, как говорится. Вперед! Мы приехали в Чернигов. Первая остановка в Чернигове, надо аж заглушить его.
приехали сюда, а у нас нет товара. Номера белорусские? Не. Украинские. Здесь, да? Мы приехали на границу Литвы. Белоруссия за плечами. Да? Слава Богу. Вот Литва. Нас уже ждет.